Итак, вот чем нас кормят в ресторане на теплоходе «Карнивал». Вот это вот у нас хвост лобстера, три громадные королевские креветки, тра-ля-ля и тра-ля-ля. Нам принесли супчик, салатики. Нам дают меню каждый день, разное меню. Тони, скажи привет. Тони принесли привет. Вот. Он вообще кушать не хочет, мы наелись вот этих булок горячих. Сначала нам приносят булки, наливают воду с маслечком. Вот мы наелись этих булок. Я заказала себе супчик, у Налочки тоже такую же вкуснятинку принесли. Может быть, надо было ему тоже это же заказать. И все это совершенно бесплатно, потому что все это входит в стоимость нашей путевки. Вот мы сидим на втором этаже такого ресторанчика, красиво. Сегодня у нас тут будет какое-то представление. Или здесь, или не здесь представление. Мы завтракаем в ресторане, обедаем в ресторане, хотя целый день здесь работает буфет. С утра и до вечера работает буфет. Буфет – это шведский стол. Причем здесь, по-моему, 6, да, буфетов? Или 8? 1, 2, 3, 8. 8 шведских столов. Итальянский, корейский, какой-то еще. Везде разная еда. Ну, как бы, очень много салатов, очень много фруктов, всякой ерунды, кофе, напитки, все что угодно. Но вот в этом ресторане что? Если, допустим, вы захотите заказать себе напитки какие-то, кока-колу, там, вино, что-то, вы должны будете отдельно заплатить. Но мы не пьем, нам это не надо, и поэтому нам это все выходит абсолютно, как бы, все. Ну, в общем, три раза в день мы питаемся в ресторане в таком красивом. Блюда вот примерно такие. Блюда? Ешь лобстер, это было вкусно. Вчера у нас была красная рыба, просто отвал башки тоже. Вот называется «Карнивал», наше судно. Мы только сегодня отошли из Насау, из столицы Багам. И сейчас мы идем на Virgin Islands. Красота вкуснющая. Все, пошли кушать. Приятного аппетита. Бон аппетит.